Оптовый рынок энергетики на основе блокчейн. Консалтинговая фирма Elio3 Energy подписала договор о сотрудничестве с европейской энергетической биржей EPEX Spot, расположенной во Франции и обслуживающей такие страны, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария и Люксембург. Совместно компании займутся поиском способов объединения с помощью технологии блокчейн местных энергетических рынков в более крупные экосистемы. Благодаря этой разработке у потребителей появится возможность покупать и продавать излишки энергии. Председатель EPEX Жан-Франсуа Канил Лакост отметил, дальнейшее развитие промышленной революции в нашей отрасли требует внедрения инновационных цифровых решений.